сейчас я тебя поймаю. О нет, опять убежала. О, а это что такое? Лучше позвоню Арине. Может, она знает, что это? Привет, Арина. Я нашел какое-то письмо для тебя. Приходи ко мне скорее. Хорошо, Бубу. Только не потеряй. Бубу, показывай письмо. Вот оно. Бери его скорее. Well. Здесь что-то написано. Давай, читай быстрее. Бубу, я еще не умею читать. Помоги мне. Привет, внучка. Это твоя бабушка. Когда-то я умела колдовать, но сейчас я хочу передать тебе этот дар. Найди волшебную палочку у меня в комнате. Но чтобы попасть ко мне домой, нужно сказать волшебные слова. Это письмо от моей бабушки. Бубу, скорее читай волшебные слова. Вареники-бареники, колдуйся. У тебя не получается. Давай я. Может, здесь есть мышка? Бубу, давай искать волшебную палочку. Well. Вкусно. Oh, no. Что происходит? Помогите! Не бойся, Бубу, я тебя расколдую. Вот волшебная палочка бабушки. Вау! Так, что говорить? Бубу, стань большим! Арина, это не те волшебные слова. Попробуй еще раз. Ого, сейчас попробую еще раз. Бубу, стань немножко меньше. Фух, спасибо, Арина. Я больше не буду трогать волшебное зелье. Мы дома! Арина, ты теперь настоящая волшебница. Теперь я буду добро творить во всем мире.